16 к 1612.07.2018, обновлено 17.31.12 июля 2018 года 18.812 Москва, 12 июля, РИА Новости. Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатом в мэры столицы выдвинувшегося от «Справедливой России» Илью Свиридова, передает корреспондент РИА Новости. Свиридов предоставил 3 июля в Мосгоризбирком 112 подписей муниципальных депутатов из 112 округов. Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Изначально на регистрацию кандидатами в мэры Москвы подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры. Двоим кандидатам, экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, выдвигающемуся от партии «Гражданская платформа», и самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову, было отказано в регистрации из-за подачи неполного пакета документов. После принятия решения комиссии Свиридов получил удостоверение о регистрации кандидатом. Прохождение муниципального фильтра показало, что это очень тяжелый процесс. Тяжело было собрать такое большое количество подписей. Я хотел бы комиссии предложить выйти с законодательной инициативой значительно снизить муниципальный фильтр для того, чтобы этот институт был преодолен для большого количества кандидатов разных политических взглядов, сказал Свиридов на заседании. Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Изначально на регистрацию кандидатами в мэры Москвы подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры. Двоим кандидатам, экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, выдвигающемуся от партии «Гражданская платформа», и самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову, было отказано в регистрации из-за подачи неполного пакета документов.